Эти пять знаков зодиака смогут исполнить свои мечты с 27 декабря. Рожденные под этими знаками люди смогут добиться успеха в той или иной сфере жизни. Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых будут наиболее успешными с 27 декабря включительно. Речь идет о пяти знаках зодиака. Рожденные под этими знаками люди смогут добиться успеха в той или иной сфере жизни. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только для начала ты поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы продолжаем. Первый знак Овен. Время для новых начинаний наступило для Овнов. Погрузитесь в проекты, которые давно откладывались. Ваша энергия и решительность станут ключом к долгожданному успеху. Второй знак Близнецы. Не менее успешными будут Близнецы. Ваша коммуникативная энергия сейчас на пике. Воспользуйтесь этим для общения, обмена идеями и расширения социального круга. Новые знакомства принесут свежие перспективы и удачу. Третий знак Скорпион. Время глубоких преобразований настало для скорпионов. Избавьтесь от лишнего багажа и фокусируйтесь на личном росте. Возможны открытия, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону уже очень скоро. Четвертый знак Стрелец. Успешным указанный период будет и для Стрельцов. Исследуйте новые горизонты, планируйте путешествие или учебу. Это время благоприятно для расширения знаний и переосмысления жизненных целей. И пятый знак. В список также попали Козероги. Сосредоточьтесь на достижении своих карьерных целей. Ваше трудолюбие и настойчивость приведут к признанию. Не бойтесь брать на себя ответственность.